Уникальный музей открылся при алматинском филиале партии «Нур-Отан». Его экспозиции будут рассказывать об основных вехах становления и работы политического объединения, а также о роли ее лидера Нурсултана Назарбаева. Интерактивные информационные стенды содержат много интересных фотографий и видеоматериалов. Здесь также хранятся и другие документы. Как отметили в руководстве филиала партии, события приурочены к празднованию Дня первого президента. С именем первого президента Республики Казахстан мы связываем обретение независимости, социально-экономическое развитие страны и признание достижений Казахстана на международной арене. Такой мощный фундамент, такие достижения, и от нас, казахстанцев, зависит все, чтобы сделать нашу жизнь лучше. А для этого нужна партия, потому что должна быть объединяющая политическая сила, в которую люди входят благодаря своим убеждениям. В торжественной обстановке Бауыржан Байбек вручил билеты новым партийцам. Ими стали представители творческой интеллигенции, медицины, бизнеса, знаменитые общественные деятели и блогеры.